Донецк в ночь на 3 февраля содрогнулся от мощного взрыва. Незаконная организация ДНР заявляет, что район мотеля был обстрелян из точки У. Боевики винят в произошедшем украинскую армию. Бойцы АТО, в свою очередь, заявляют, что не стреляли по жилым кварталам города. Обсуждая данное происшествие, некоторые жители Донецка не исключают, что на месте, где сейчас несколько зданий превратились в обломки, произошел взрыв боеприпасов.